У меня есть ролик про мучения при выборе экологически чистого чайника. Мои мучения были не напрасными, проблема была решена. Частично. Зрители меня поддержали, всем хотелось пить чистую воду без привкуса пластмассы. А один уважаемый зритель обозвал меня пластикофобом и посоветовал отказаться от бюджетных моделей, приобрести нормальный бренд. Мол, качественный пластик не воняет. Он прав, не воняет. Но при нагреве наверняка есть выделение и из этого качественного пластика. В конце ролика я горестно изрекаю. Наверное, лучше всего будет обычный эмалированный чайник. Старый добрый чайник с эмалированным покрытием. И вот он перед вами, полностью экологически чистый чайник. Победа, и ее надо отметить. Но не в таких же масштабах. Печень может не выдержать, и никакая экология не поможет. Да, немного переборщили. К тому же, если вы думали, что полностью избавились от пластмассы, то жестоко ошибаетесь. Вот она, пластмасса. Из нее сделана ручка крышки. За что боролись? Правда, она снаружи и никак не контактирует с водой. Подумаешь, какая проблема, чайник. На самом деле чайник очень важный предмет в вашей повседневной жизни. В день вы выпиваете несколько литров воды, и вся она кипятится, проходит через чайник. Чайник может быть нейтральным, нагрел воду и отдал вам, от себя ничего не добавил. А может напихать в воду всякую химическую дрянь, выделение из пластмассы или нержавейки. Сделайте правильный выбор. Купите правильный чайник.